Тебе нужно начинать с базовой подготовки. То есть это и поворот корпуса, шаг. То есть, чтобы ты не ходил как робот, там момент ударов, не наносил удары там отсюда, да, там, отсюда. А, как рука шла, так и нога. То есть удар, он, в принципе, физиологически, он, человек делает то же движение, что и при ходьбе. Так же самое при ударе. То есть идет шаг, идет рука. Отсюда добавляется просто гимнастику не выпить. Ничего более. Также с уклонами любой удар. База одна. Вы должны держать центр тяжести, потому что основной удар на технике, в бою, это удержать равновесие, не оказаться на земле. Поэтому, наверное, новичкам, кто вообще не владеет, я сейчас покажу, мы разделим вас на две группы, я покажу вам базовые движения, которые вам можно дома отрабатывать перед зеркалом, но это делать обязательно нужно, если вы хотите, чтобы у вас получался удар нормальный. Давайте еще так. Поработаем. Я сейчас выявлю просто людей, которым нужно еще с базой поработать. И людей, которые уже чем-то владеют, я им дам немножко другое задание. Давайте сделаем так. Два прямых, уклон назад и правый прямой. То есть раз-два, ушел, нанес туда.